город Саратов, проспект Строителей. Первый проспект Строителей. Вот дорога, которая по документам была, кстати, отремонтирована еще в 2017 году летом. То есть вот она, пересечение идет. Вот она пошла, первый проспект Строителей, и вот он пошел. И для того, чтобы ехать, люди вот так вот едут по той территории, где, по сути, ходят люди. Опять же, письмо в прокуратуру отправляли. Куда только не отправляли, по документам написано, что уже все починили. И здесь уже тупо люди не ездят, пытаются объехать. Ну вот, сейчас самоубийца один поехал. Вот, едет, едет. Вот, собственно, дорожка. И здесь каждый день люди останавливаются, каждый день застревают. И, соответственно, ломают свои автомобили, так сказать. Вот он кое-как выжил. Дальше он уже все не рискнул, потому что дальше идет дорога в гору. А там, между прочим, гаражи. То есть люди, чтобы туда попасть, они, в принципе, уже не имеют таких вариантов. Вот так вот у нас замечательно. Собственно, а откуда весь этот объем воды, откуда все это у нас идет? То есть не может же это просто так образоваться? Разумеется, не может. То есть вот у нас идет. И сейчас мы увидим источник. Вот он, даже видно. Как горячая вода, соответственно, сделала маленькую дорожку. Вот она идет. И вот, соответственно, у нас отсюда она льется. И вот здесь, видите, вот он, этот источник. Тут у нас водичка горячая. Тут у нас, между прочим, провалиться можно. И вот так, собственно, здесь не копали несколько раз. И вот такую херню сделали.